анализа. Смотри, как можно весело играть. Давай уже, хватит скучать из-за этого своего кота. Ну, не ответил он на письмо. Ну и что? Ну, всякое бывает. Ну, первая любовь, ну, пройдет. И вообще, когда Мичу придет из этого продуктового магазина? София, мне кажется, она уже давно не в продуктовом магазине. А где она может быть? Я не знаю, но ее уже нет второй день. Кстати, я что-то не подумала, что это странно. А вдруг с ней что-то случилось? Слушай, а где твое письмо тому коту? Не знаю. Пропала? Юмичу спрашивала меня. А где он живет? Где-где? В городе котов. Неужели она туда отправилась, чтобы передать? Ну что ж, доброе утро, странное существо. Расскажешь нам, кто ты такая и зачем ты здесь? О, привет, я покемон Юмичу. Покемон? Ну, вообще собака, но типа покемон. Я ищу кота по имени Кункай Кукадзиру Каиту Какуки Кимакан Какуджун. И зачем тебе Кимакан? Мне надо передать ему письмо от Кисы Алисы, моей подруги. Ты знаешь, где его найти? Понятно. Вот из-за кого его изгнали из стаи. В смысле? Кимакан был вождем, но потом, по слухам, он стал переписываться с кошкой не из нашего города. И за это стая решила его изгнать. Какая жестокость! Раньше этот дом номер 6 был его домом, но его выгнали отсюда. И теперь он где-то скитается. Так вот, почему письмо не дошло? Нечего было вождю водиться с кошками из других городов. Уезжай из нашего города. Какие злые вы все! Ну скажи хотя бы, где его найти? Эй, слышишь? Может быть, он в районе бездомных. А где этот район? Там очень опасно. Лучше тебе уехать из нашего города и забыть про Кимакана. Нет, я должна его найти. И своей подруге передай, чтобы она его забыла. Друзей не бросают, так что я его найду. Как бы вы этого не хотели. Одна в городе котов, ты безумная. Может быть, но я должна помочь Кисе Алисе. Тем, что ты передашь ему ее письмо, ты ничего не исправишь. Он уже не вождь, никому не нужный бродяга. Кисе Алисе все равно, кто он. Она его полюбила не за это. И теперь понятно, почему он не смог ответить. Я просто обязана его найти и узнать всю правду про его чувства к ней. Надо не забывать помечать свой путь. О, привет, ты не видел Кимакана? Вы чё такие все дёрганые-то, а? Привет, слушай, ты не знаешь, где район бездомных? Я ищу вашего бывшего вождя Кимакана. Мне нужно передать ему письмо, слышь? Ты чё? Сорян, извините. О, а вот это вроде на бездомного похож. Слушай, а где район бездомных тут, а? Что? Бездомные, я говорю, где живут? Чего? А, ладно, понятно. Так, тут на улице еда и вода для кошек. Значит, где-то тут рядом живут бездомные. Это все для них, точно. Привитос, котопес. Ты точно бездомная? Где ваш район? Я где-то недалеко, да? Я ищу Кимакана, слышишь? Че? Такс. Одни матерятся, другие психи, третьи разговаривать не умеют. Ты умеешь разговаривать? Ого, так где бездомные живут, говорю? А, да? Я вообще все поняла? Спасибо, так и сделаю. Ага, давай, пока. Ох, ну и ну. Ну, кстати, этот райончик уже больше похож на район для бездомных. Какие-то заброшки, граффити. Надо обязательно помечать свой путь, а то уж я потом дорогу назад не найду. Вау, это кто идет? Кто это ты такая? Я ищу район для бездомных котов. Мне нужен Кимакан. Говорят, что он может быть там. Кимакан, вождь-предатель. Ты глупая. Сам ты глупый рыжий кот. Иди отсюда. Сам иди отсюда, вот же грубиян. Так, кажется, вот они. Начинаются дома для бездомных. Их будки, которые они сами себе соорудили. Значит, я на правильном пути. Бездомные едят на улицах. О, привет. Ничего себе, у тебя прикольные миски. В виде труб для еды и для воды. Прикол. Уж ты-то точно знаешь, где я могу найти Кимакана. Иди отсюда, мой. Проваливай. От моей еды. Вам всем точно нужно идти к котохолоку. Знаешь, что такое котохолок, да? Это как психолог, только для котов. Тебе тут не место. Да? Ну, сорян. Но я тут все равно помечу путь, ладно? Надеюсь, ты не против. Совинство. Она тут нам весь город переметила. Везде воняет этой шавкой. Все наши колеса любимые, на которые мы обычно писаем. Все наши столбы и столбики. Надо вышвырнуть эту собаку из нашего города. Ладно, на твой столбик я пипи делать не буду, окей? Я всего лишь ищу Кимакана. Чем быстрее я его найду, тем быстрее я отсюда уеду. Надеюсь, когда ты его найдешь, он отхлестает тебя по морде хорошенько лапой. За что вы так? О, привет, черная кошка, погоди, не переходи мне дорогу. О, вон два кота едят прямо на земле. Один безглазый, это точно бездомные. Ребята, привет, я хочу вас спросить. Да че вы все такие дерганые-то, а? Так, это явно какой-то приют для бездомных. Я уже очень близко, я чую. Стремное какое-то местечко. Привет, ты кто такая? Я покемон Юмичу, только не бейте меня. Я очень приличный кот. Ого. Что ты тут ищешь? Я ищу в район для бездомных. Ты уже тут. Классно, я ищу Кимакана. А, ну мы тебе поможем. Правда? Да-да, иди вперед. Хорошо, спасибо. Вот сюда? Дальше. А, вот сюда? Еще.
О, какие люди! Здрасте, здрасте! Проходите, проходите. Здрасте, здрасте! А вы уверены, что мне сюда? Уверена, уверена. Идите, идите. Что-то мне кажется, я куда-то не туда иду. Просто мне кажется, тут никого нет. Есть! Еще немного подальше. Вот-вот, именно сюда. Отлично, вот ты и на месте, маленькая псинка. Я все поняла, вы разбойники, и вы меня сюда заманили, да? И Кимакана тут никакого нет. И что вы со мной сделаете? Говоришь, Кимакана ищешь? Вы и есть Кимакан! Вы теперь не вождь, а главарь мафии! Да-да, это я, Кимакан. Неужели я вас нашла? Ходят слухи, ты что-то хотела мне отдать. Да, у меня для вас письмо. И все? Только письмо? Да. Джек, чертов хвост, бегом иди сюда. Ты сказал, что у этой шавки что-то есть, а у нее просто дурацкое письмо. Прости, босс, я думал, у нее еще что-то есть. У тебя что, ничего больше нет? Ничего у меня больше нет. А вы обманщики и воры, разбойники, а ты никакой не Кимакан. Не может быть, что Кимакан такой. Ты правда думала найти тут Кимакана? Всегда знал, что собаки глупые. Убирайся отсюда, пока мы тебя не съели. Чуть не вляпалась я своей пушистой попкой в приключения. Так, где мне тебя искать, Кимакан? Я уж надеялась, что я тебя найду в этих заброшенных будках. Но только напоролась на бандитов. Алло, тут кто-нибудь есть? Ты случайно не Кимакан? Ясно. Сколько тут таких домов? Кажется, пора сдаться, никого не найду. О, здрасте. Вот вы не знаете, где мне Кимакан найти? Спроси у моего брата Роберта. Чё, правда? Привет, ты Роберт? Я. Ты что, правда знаешь, где найти Кимакана? В долине людей. То есть не в городе котов? Долина людей. А, ладно, извините, что отвлекла, спасибо. Сначала я приехала в город котов. В этом городе котов я нашла район бездомных, а теперь мне надо найти еще и долину людей. Эй, хвостатые, где тут долина людей? Ого, ничего себе, ты... Что происходит? Ну, это явно не долина людей. Да уж. О, здрасте, а вы не подскажете, как мне добраться до долины людей? Там кошки не живут. Понятно, но мне все равно туда надо. Я не знаю. Я тут сейчас чуть-чуть помечу себе путь, чтобы потом дорогу обратно найти. Сорян. Какой позор. А что позор-то? Ну ладно. Здрасте, вы случайно не из долины людей? Дура, что ли, там кошки не живут. Здрасте, не подскажете, где тут долина людей? Это на горе, но там кошки не живут. Ну ничего, спасибо, хотя бы на этом, значит, надо на гору взбираться. Это не долина людей. Еще выше. Ага, вот по этой лестнице, понятно. Здрасте. А вы не знаете, случайно, где тут долина людей? Там кошки не живут. Я знаю, но мне нужен особенный кот. Там я вонь. Чего вонь? Вонь не долина. За тебя. В смысле, сзади меня? Вон уже люди. Ого, точно, появились люди. Понятно, значит, мне точно туда. Спасибо. Значит так, любой кот, которого я встречу в долине людей, это и есть Кимакан. Вон. Слушай, ты Кимакан. Стой, кот, стой, куда ты пошел? Не бойся меня. Почему он такой ободранный, такой побитый? Ты же большой вождь. Я собака Юмичу, я тебя не обижу. Да стой, послушай, куда ты идешь? Ну хотя бы минуту дай мне, Кимакан. Эй, стой, выслушай меня. Моя подруга Киса Алиса, она не из города котов. Вы с ней когда-то переписывались. Она написала тебе письмо, но почему-то оно не дошло. Она не знает, что я здесь. Я привезла тебе это письмо. Я приехала, чтобы найти тебя. Киса Алиса? Да, наконец-то. Я думал, это она не ответила мне. Я положу ее письмо вот тут. Прочитай и ответь ей. Хорошо, передай ей, что я скучаю. Но я больше не вождь, у меня много проблем. Ей все равно, вождь ты или нет? Когда-нибудь я вернусь. Ладно.